знаю. Я, вот я как-то, знаете, то есть я на тему, есть ли душа, нет души, как она выглядит, на что она похожа. У меня как-то были такие, знаете, несколько таких на эту тему разговоров. Обычно, знаете, все время возникало как где-нибудь там с друзьями за кружкой чего-нибудь любимого. И как-то мы как-то до какого-то такого смыслового точки не доходили. Я, честно говоря, как-то вот как, что такое душа и как она выглядит, не знаю. И как-то не задумывался. Задумывался, в смысле, несколько раз, но как-то для меня... Я все-таки, наверное, больше материалист. Короче, вот что-то такое потрогать, поэтому не знаю. Знаете, мне почему-то как-то такая, знаете, все время, ну, если брать что-то подобное, какие-то такие образы, мне как-то нравится какой-нибудь такой, знаете, такой сильный зверь, но который именно за счет своей силы, он эту силу лишний раз не тратит, да, то есть поэтому у меня как-то, знаете, такой, или вот слон, да, то есть который, ну, не розовый однозначно, который просто большой, да, то есть он знает, что он такой, и он своей там, он сильный, но лишний раз ничего делать не будет. Или какой-нибудь такой лев, ну, наверное, вы знаете, как в мультике про короля льва, который вот этот отец Симбы, да, который большой, но лишний раз никого не грызет, кого не надо, не кусает. Ну, потому что, ну, если надо, может наехать так, что плохим не покажется. Как-то, наверное, вот или слон, или лев. Наверное, это что-то такое.